Настя, привет! Какой у тебя замечательный кот! Да, у меня бирюзовый кот, понимаешь, он слушает все наши разговоры. Я считаю, что мой кот скоро сможет преподавать основы горизонтального управления, самоуправления, бирюзовой организации, теория Ю. Отлично вообще. Он, слушай, он будет очень продвинутым среди всех котов. Он, наверное, от тебя сразу к своим котам и им там. Знаешь, Денис, я думаю, он не только продвинутый, точнее, продвинутый не только уже среди котов. Но, знаешь, иногда я думаю, что среди многих людей он тоже более продвинутый. Это круто. Это круто. Коты нам нужны. Коты, как без котов? Знаешь, без кота жизнь не та. Без кота жизнь не та. Слушай, это прям... Только философская фраза, да? Это стихи, это стихи. Как твои дела? Ты где сейчас? В какой стране? Я в Новосибирске сейчас, дома. Но завтра улетаю во Вьетнам. Опять? Опять. Хорошо. Да, была я у вас тут на днях в Новосибирске. Попала в минус 34. Вот. Но горячие сердца сибирских людей согревают. Согревают. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Вот я прожил 3 месяца во Вьетнаме и, честно говоря, думал, что я соскучился по морозам. Приехал такой сюда и попал как раз в самый замес. 32, 35, 36, 38 ночью. Повозился я с машиной, походил я по улице и понял, что я не настолько соскучился по морозам, насколько думал, что я по ним соскучился. А точнее, я понял, что я по ним вообще не соскучился. И я тебе скажу такую интересную штуку, что сибиряк, это не тот, кто не мерзнет. Это тот, который, а, тепло одевается, и, б, зимует во Вьетнаме. Надо мной ваши местные смеялись. Я была закутана в такой пушистую теплую шапку, в шубу. То есть там местные ходили в пуховиках, а я прилетела как это, такой белый комок кролика такой. Вот. Да, одеваться тепло — это наше все. Это наше все, да. Я как раз вернусь ровно на пир. У меня там по билетам получилось так, что я прямо с самолета прям полечу, прям на пир, прилетаю 15-го утром, опоздаю на часочек опоздаю, но, в общем, как бы вот, и прям сразу с корабля на бал. Ну, классно, с Андреем там увидитесь. Ну, там вся мафия собирается. Но меня не будет. Как так? Ты же... Я все организовала, а сама свалила. Ну, нормально. Так. Я из Берлина буду онлайн, потому что у меня моя программа, которая, вот эта Ecosystem Leadership, она, первый модуль пересекается с пиром, и поэтому я буду во второй день выступать онлайн по скайпу там или почему-то. Оттуда прямо из Берлина с программы. Прикольно. Ну, поэтому классно. Я улечу в Берлин 6 марта и буду там на 2 недели. Вот поэтому поедет моя подготовленная команда. Андрей и еще порядка 12 спикеров. Слушай, ну нифига себе. Ну просто мега круть. Да, да. Крутой трек у нас там получился. Я прям ручки потираю. Вот. Ну потом записи посмотрю вас. А ты в какой день выступаешь? А я еще не знаю. Еще не... А расписание на сайте? Расписание на сайте... Не смотрел еще, слушай. Зайди, посмотри. Так, все, полностью. Обязательно. Так, ну что у нас? Мы с тобой пока вдвоем? Мы ждем, а их все нет и нет и нет. Да, давай. Что у тебя интересного нового в плане работы? В плане... То, куда мы все вместе движемся? Слушай, ну у нас очень бурно идет вот это вот переход на горизонтальное управление.
на горизонтальную организацию, на самоорганизацию в компании. Очень все это непросто. Непросто. Нас 42 человека в 8 странах мира. И соорганизоваться вот так вот не в офисе и при этом попытаться выделить центры принятия решений, то есть сделать горизонтальными, чтобы ни одна голова сверху принимала. Вот такую задачку мы сейчас решаем. И плотненько, ну, в общем, плотненько. Я вот из-за компьютера не вылазю сейчас. По 12-14 часов в день сижу и все... Мы все запускаем. Все выстраиваем коммуникационные потоки. Я тебя понимаю очень хорошо. Мы вот тут проводили в Москве социальный хакатон, я делала. В итоге 12,5 часов шло мероприятие. И, ну, то есть задача была рассмотреть построение экосистем. И увидели участники прям базовые вещи, ну, то есть мы все говорим про какие-то глобальные вещи, а при этом базовые вещи упускаются. И вот это очень ярко стало прям видно в самом процессе. И ну, вот мы вчера сидели с моей помощницей и расписывали как раз вот следующий 30 марта и расписывали, какие будем цели ставить, чтобы какие стороны подсвечивать. Потому что люди хотят строить внешние экосистемы, то есть человек и другой человек, бизнес и другой бизнес, а не проработаны собственные базовые вещи. Да, да. И я тебе хочу сказать, что у меня только началась запись, еще 53 минуты. Любимая моя. Привет. Знаешь, вот я смотрю сейчас и наблюдаю за всем происходящим, и у меня всегда вопрос, где же первоисточник, где же первоисточник, где вот откуда все начинается. И вот сейчас, чем больше я смотрю и наблюдаю, и мы работаем, тем больше я понимаю, существует такая штука, называется конкурентное мышление. И существует в противовес ему, соответственно, корпоративное мышление или кооперационное мышление. То есть, и вот конкурентное мышление, на самом деле, мы, вот я не знаю, ты согласишься со мной или не согласишься из своего опыта по теории U в том числе. Вот, знаешь, для меня это, вот мы настолько привыкли, что конкуренция – это хорошо, что вот в каждой коммуникации, в которой мы общаемся, мы продавливаем друг друга. Задача коммуникации – продавить и навязать свою точку зрения. И в этом смысле договоренность останавливается там, где вот сила противодействия, вот они давят друг на друга, и вот там, где они друг друга, один надавил, а другой выдержал, вот там она фактически и остановилась, договоренность. А дальше, соответственно, ну, а дальше каждый пытается ее в дальнейшем, опять же, изменить, удержать или навязать. И вот соответственно, в чем заключается мышление к кооперации? Оно заключается в том, что мы не продавливаем, мы не напротив друг друга, мы развернуты к цели. И у каждого из нас есть своя цель, и каждый идет к своей цели. И в таком смысле, когда мы говорим сутью нашего сообщения, я иду туда, у меня вот такие ценности. Я иду туда, у меня вот такие ценности. Отлично, где мы можем друг другу помочь? Где мы можем идти вместе? Где мы можем идти рядышком? И вот то, что происходит, если я вот смотрю, то каждый раз, когда происходит любая коммуникация, даже самая маленькая, даже по самому простому вопросу, мы начинаем втыкаться, продавливая мое мнение правильное, нет, мое мнение правильное. И вот развернуть это мышление, ну вот развернуть его и посмотреть, что вокруг. В общем, вот это и есть примерно главная задачка, которую в той или иной степени мы сейчас решаем в каждой коммуникации.
Ну вот в теорию вся эта теория строится, ну, то есть там много инструментов, да, вот этот весь вся траектория, и все это замечательно. Но то, о чем говорится в первую очередь, что и вообще основная компетенция лидера будущего и лидера вообще уже настоящего по данной теории, это умение слышать, умение слушать. И то есть вот это все волшебство, получение инновационных решений невозможно без того, если люди не умеют друг друга слушать. И вся эта теория, база этой теории основана на том, что 4 уровня слушания. И как спускаться? То есть, если первый уровень слушания как раз то, что ты говоришь, когда 2 человека просто выгружают на себя свое мнение, второй уровень слушания — это спор, третий уровень слушания — это эмпатическое слушание, когда я встаю на твое место, чтобы понять, что ты на самом деле имеешь в виду. И 4 уровень слушания про то, что ты тоже же уже упоминал, когда мы, ведя диалог, мы идем не из своего эго, да, эгоистичного со своей цели, а мы берем high potential future, то есть максимальный результат, который мы хотим добиться, и мы ведем диалог, исходя из этого максимально крутого результата, который мы хотим добиться. И вот чтобы спускаться на это 4 уровень слушания, ну, то есть это прям есть упражнения, есть тренировки, которые, вот, в принципе, когда я веду какие-то программы, это первое, с чего мы начинаем, то есть большая часть дня мы говорим вообще про уровни слушания. Иначе потом это все не работает, и мы это увидели очень на хакатоне, что у нас была прям отдельно, кстати, тема вынесена «Конкуренция против кооперации». И люди начинают, ну что, конкуренция — это плохо. Ну, то есть конкуренция — это неплохо. Но как совмещать конкуренцию и кооперацию? И мы увидели прям, ну, то есть все такие про кооперацию, все такие, знаешь, открытые. И день начался с того, что люди за одним столом начали как раз продавливать и спорить, и говорить через свое эго. И я это увидела. Вот Андрей сейчас написал, Андрей тоже был, и он это увидел, и тоже отметил. Но потом мы спустились глубже, и тогда по-другому стала строиться коммуникация. Да, 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 да. Это вот все про одно и то же. По сути, про одно и то же. Полностью один в один я с тобой согласен. Можно называть разными словами. Абсолютно, да. Одно и то же суть, но по сути это да. То, что люди, если друг друга не уметь слышать, если не воспринимать информацию с такими широко открытыми глазами, то, как знаешь, с любопытством, как ребенок, то и с открытым сердцем, то да, продвинуться дальше будет очень сложно. Да. Так, ну что, у нас с тобой 15 минут уже трека прошло. У нас Владимир присоединился. Владимир присоединился и едет, подсоединился. Володя, ты с нами? Да, привет. Я с вами. Володя, привет. Да, я с вами. Так, Людмила написала, что не получается у нее перейти с телефона. Значит, она, наверное, не сможет присоединиться. И Сергей написал, что присоединиться, его сейчас нету. И Влад сказал, что присоединиться, его нету. Как мы поступим? А у Владимира, по-моему, был вопрос, и у меня, да, из присутствующих? Так, у меня вопроса не было, я пришел без вопроса, я пришел с интересом. С любопытством. И любопытством.
это прекрасно, потому что без интереса и любопытства ничего не начинается. Ну, Настя, тогда я предлагаю, так как у тебя есть вопросы, и вот нас уже трое, учитывая, что из всех, кто сегодня пришел, вопрос задала ты, я предлагаю следовать нашему обычному формату, и тогда все время твое, и мы готовы на тебя поработать. Я бы хотела с вами обсудить вопрос доверия и вопрос страха нового, когда в компании входит что-то новое. И доверие я бы хотела начать рассматривать с точки зрения, как расположить людей, либо как смягчить им эту зону входа. И сделать безопасным, попробовать то, что ты предлагаешь, чтобы они тебе доверяли. И, соответственно, уменьшить вот этот уровень страха. Ну, то есть страх ко всему новому — это нормально. Но где вот тот баланс, чтобы этот страх не мешал развитию? И вот я бы... Ну, то есть я четко понимаю, что это, что делать каждым конкретным человеком. То есть пока что мой, как я делаю, да, когда я это сталкиваюсь, я прям, ну, разговариваю с каждым человеком. Но я понимаю, что для масштабирования данной истории, ну, просто, ну, я у себя одна. И можно ли это как-то унифицировать, как-то технологизировать, я не знаю. Технологизировать. Да. Но это уже вопрос? Ну, наверное, да. Вот я хотела с вами, потому что я знаю, что все мы, я думаю, сталкиваемся с подобными вещами. То есть доверие, и через доверие уменьшение страха. Ну, а ты как хочешь, чтобы мы по очереди говорили или... А я хочу в любом удобном порядке. В любом удобном. Ну, тогда я начну, если Володя не против. Ну, смотри, вот такие мысли у меня появляются. Во-первых, какой опыт, который... Да? Во-первых, вопрос, который ты задала, он чрезвычайно важен. И прям чрезвычайно важен. И прям, ну, я постоянно думаю как раз в той или иной степени, думаю над этим вопросом. Дальше у меня есть несколько мыслей. Первая мысль, она вначале просто не чуть-чуть теории. Когда мы изучали коучинг, там как раз дается модель трех умов или трех мозгов. То есть у нас есть мозг рептилоидный, лимбический и визуализационный. И вот каждый из этих мозгов отвечают за свою, у них у каждого своя функция в голове. Знаешь эту штуку про мозги? Вот, ну, я в двух словах скажу для тех, кто нас будет смотреть и слушать. То есть рептилоидный отвечает за нашу физическую безопасность. Лимбическая система отвечает за нашу безопасность эмоциональную, и визуализационный мозг, он отвечает за визуализацию, собственно говоря, за то самое мышление и развитие. И вот первых два, они дембели, в смысле, они старше. Рептилоидному ему там под 100 миллиардов или там миллиард, ну, короче, много. Лимбический чуть попозже, а вот визуализационный наш мозг, он достаточно молодой. И в этом смысле, почему наш мозг сопротивляется изменениям вообще в принципе? Потому что первых два мозга ответственны только за то, чтобы удержать то, что есть, сохранить то, что есть, не развивая. И в этом смысле естественным, ну, то есть сопротивление новому – это нормальная, правильная реакция здорового человека. Вот, и я просто это, ну, вот, это важно понимать. Вот. А дальше, собственно говоря, как успокоить эти два мозга,
таким образом, чтобы включился, как их успокоить. Вот из тех штук, которые... Ну, во-первых, то, что ты сказала, это самое первое и самое важное. То есть честный, прямой человеческий разговор человека с человеком, где ты говоришь и думаешь, ну, я так поступаю, где ты говоришь и думаешь то, что ты думаешь, и выстраиваешь отношения с человеком, показываешь, отвечаешь, разговариваешь с ним. Вот. И в этом смысле это самый главный инструмент, с которого все начинается. Что может помочь этому разговору? И вот здесь вот то, что мы сделали в Сибириане, допустим, у нас есть основной борт, где мы выложили 12 основных договоренностей. То есть 12 основных договоренностей, которые описывают, что вообще происходит вокруг. И идея вот этих 12 основных договоренностей вот как раз в том, чтобы показать человеку, что то, что происходит вокруг него и то, куда он пришел, это не меняется само по себе, это не придумывается, это целая большая система взаимоотношений и процессов, которая стабильно, стационарно и меняется по определенным правилам. То есть в этом смысле моя первая идея или мысль про технологизацию, связанную как раз с введением нового, это то, что все договоренности относительно того, как мы живем, должны быть визуализированы и описаны, то есть лучше прям картинками, или визуализированы, описаны понятным образом, таким так, чтобы они составляли вот это вот единое большое целое. Вот, и мы опасаемся, мы боимся и закрываемся, когда мы не понимаем. Когда мы не понимаем, соответственно, мы предполагаем самое худшее, и предполагая самое худшее, мы защищаемся. И в этом смысле вот интересная такая штука, что мозг работает так, что он для того, чтобы понять что-либо, ему надо понять, какой часть целого является то, на что я сейчас смотрю. И в этом смысле, когда человек что-то видит, ему нужно понимать, какую часть целого, на какую часть целого я смотрю. И только когда человек охватывает целое и понимает, вот оно целое, а вот эта часть в этом целом, только тогда человек начинает понимать, вообще в принципе у него возникает понимание. То есть формирование систем, надсистем и подсистем является, с моей точки зрения, одной из важных вещей для того, чтобы человек понял, а если человек понял, значит, он успокоился. А если он успокоился, значит, он готов к изменениям. Он готов к изменениям и к чему-то новому. Поэтому вот мы много этому уделяем времени, и вот как раз все практически 5 технологий ТИСАК, как раз все 5 групп технологий, первое о том, как мы договариваемся, это как раз о том, как мы друг друга слушаем и как мы коммуницируем, а вторая это как раз как мы систематизируем наши договоренности, потому что систематизируем это как раз как мы понимаем, из каких систем, надсистем и подсистем состоят наши договоренности, то, о чем мы договорились. В общем, вот такие у меня мысли. То есть, еще раз подытожу, чтобы справиться с сопротивлением изменений, человеку важно понимать, что происходит. Чтобы понимать, что происходит, нужно понимать целое и его части. И в этом смысле хорошо помогает визуализация. Мы используем такую программу, которая называется Real Time Board. Это такая большая бесконечная доска, которая позволяет выкладывать кучу всевозможных разных визуализационных сущностей и картинок, и видео, и всяких диаграмм, и рисовать. И она большая, самое важное, она большая, в смысле она бесконечная. На нее можно выложить бесконечное количество сущностей и показать взаимосвязь, их взаимосвязь друг с другом по отношению друг к другу.
и таким образом показать целое. Потому что когда мы говорим о бизнесе или когда мы говорим о деле, которое мы делаем, то количество процессов и взаимосвязанных вещей, систем, там настолько велико, что понять и разобраться в них чрезвычайно сложно. И просто понять друг друга. А если у нас есть визуализационная картинка всех наших договоренностей, то мы просто тыкаем пальцем. Я говорю, я тебе сейчас про вот это говорю. Он говорит, да-да-да, я это понимаю, но я имею в виду вот эту часть. А, так ты вот про что. И вот это вот так происходит. И тогда человек понимает, и он включается, И еще одна ремарка, я не знаю, в ту сторону или не в ту сторону. Я практически уверен, что ответственность неотделима от творчества. Если мы хотим, чтобы человек взял ответственность, у него должна быть возможность творить. И обратно тоже верно. В этом смысле, если происходит изменение в компании, надо дать человеку возможность влиять на это изменение. И если он может на него повлиять, и он положил кусочек своего творчества в это изменение, допустим, ты вот так придумал, а он сказал, а давай вот так сделаем, ты говоришь, а давай. Все, он свое творчество положил в это изменение, которое сейчас происходит. И как только человек видит свое творчество в этом большом, которое на него надвигается, он знает, это я положил, это я сделал, это мой кусочек, это я придумал, это я предложил и приняли. Он присоединяется к этому изменению значительно легче и проще, чем если это просто ему говорят, смотри, вот тебе данность, ты должен этой данности следовать. То есть вовлечение в изменения, которые мы делаем, сильно помогает человеку принять это изменение и перешагнуть, принять это изменение. Ну и последняя ремарка, и мы сейчас понимаем, что именно благодаря скорости изменений, которые мы как организация можем произвести внутри себя в ответ на изменения снаружи, обеспечивает нашу выживаемость на 100%. Все, я передаю слово Володе. Еще раз, можешь повторить последнее про скорость изменений? Я что-то не поймала сразу. Простая метафора. То есть вот почему горизонтальные? Почему? Зачем горизонтальные? Зачем мы запускаем то, что мы запускаем? Ведь раньше так же все хорошо жилось-то. Ну, сказал приказ. Ты сказал, приказ пошел, сделал, все. Ну и как бы и все, оно же работало. Почему сейчас мы переходим, почему мы говорим о горизонтальных организациях? Очень просто, почему? Потому что скорость изменений внешнего мира настолько выросла, настолько стала непредсказуемой, неопределенной, многосоставной, многосложной. Вот это вот определение ВУКа, это знаменитое уже, что все про него говорят. Настолько, что нам для того, чтобы ориентироваться, нужно быстро меняться вместе с этим миром. Поэтому скорость того, с какой скоростью мы внутри договариваемся и меняемся под внешний мир, обуславливает нашу вообще выживаемость. А что такое приказ? Приказ — это означает, что пришел сигнал извне, дошел до головы, головой переварился, спустился вниз. И вот это движение «дошел до головы, в голове переварился, спустился вниз» в действие — это очень долго. Поэтому нам нужны, поэтому, просто чтобы сейчас выжить, нам нужны горизонтальные организации, где подразделение на месте может и уполномочено принять решение таким образом, чтобы это решение было сонаправлено с общим вектором движения. А это вопрос коммуникации. А это вопрос коммуникации, это вопрос принятия изменений, то, о чем ты говоришь, это вопрос умения слушать, это вопрос коммуникации, это вопрос понять друг друга. Это вопрос передачи большого количества информации за маленькое время. То есть выиграет тот, кто сможет научиться внутри компании передавать большое количество информации за маленькое время, договариваясь и понимая, что происходит в ответ на внешнюю реакцию, в ответ на внешние изменения, которые происходят. Либо передача, либо делегирование. То есть у меня есть красивая метафора. Она мне очень нравится, я ее всегда рассказываю. Про динозавров. Знаешь эту метафору про динозавра?
Вот представь себе большого длинного динозавра с большим длинным хвостом и головой такой, длинной шеей и голова где-то там. Вот этот такой динозавр такой идет, и тут на него нападают хищники и начинают жрать ему хвост. Сигнал идет до головы, голова понимает, что жрут хвост, дает сигнал ногам бежать, а к тому времени, пока сигнал туда-сюда ходил, пол динозавра уже сожрали. В общем, вот так они и вымерли. Задача горизонтального управления состоит в том, чтобы хвост напрямую договорился с ногами, что пора делать ноги, а ноги побежали в нужном направлении синхронно. Это и есть задачка горизонтального управления. А голова в этот момент, когда видит, что ноги побежали, понимает: оба, наверное, опасность была, ну чуть позже разберемся, что там произошло. Ну, к примеру, я фантазирую, понятное дело, но смысл как раз именно в этом, когда подразделения в организации могут напрямую друг с другом договариваться, и то, как они договорились, не разрушает организацию, а наоборот, усиливает ее. И в этом смысле это и есть вот те самые технологичные задачки. И тогда для нас вот этот твой вопрос технологизации, он выливается в очень простые технологичные задачки. Как нам упаковывать информацию? Как нам ее сохранять? Как нам ее передавать? Как нам договариваться? Как нам выстроить понятийный язык? Как нам говорить таким образом, чтобы мы, говоря, передавали большое количество информации, договариваясь и понимая, о чем мы сейчас говорим. Как нам научиться слышать друг друга, слушать друг друга, потому что, ну, если я начинаю говорить с тобой большими объемами информации, то без доверия, без слушания ты просто не воспримешь. Через какое-то время, ну, и все. Ну, я увлекся. Ты так внимательно слушаешь, тебе говорит прям просто вот в твои глаза, как прям хочется говорить и говорить. Вот сразу чувствуется профессионал. Спасибо тебе большое за комплимент, во-первых, за глаза. Спасибо тебе большое, что поделился. Я себе сделала несколько заметок. И буквально вчера мы тоже вот с командой обсуждали, что как нам донести до людей, вот, например, то, что мы сейчас начали социальными хакатонами делать, как им показать всю картинку на год. Что мы не берем людей, например, что это какое-то одноразовое мероприятие, у вас там что-то подвинулось, что-то треснуло в вашей картинке мира, и мы вас бросили. А мы уже прописали на весь год даты, и, ну, вне зависимости от того, сколько людей будет собираться, хоть один, хоть, ну, у нас 30 максимум группа в зале помещается, но мы будем это делать, чтобы как раз у людей была вот эта вот полная картинка, как минимум на этот год. И поэтому мне очень важно вот то, что ты сейчас сказал, и я понимаю, что я интуитивно вот пошла в том направлении, ну, потому что людей все больше и больше становится, а с каждым не получается всегда поговорить, просто времени физически не хватает. Поэтому вот это я взяла себе, что делать, показывать людям, где сейчас они, то есть их трек показывать. И вот к Real Time тоже давно присматриваюсь к этой программе, вот, видимо, нужно пора изучить, да? Вот. И выложить договоренности тоже записала себе, что правила прям вот прописать абсолютно все правила. Ну, то есть, например, если я сейчас говорю конкретного куска своей работы, то, что я делаю открыто, да? Вот, например, по этим социальным хакатонам прям выложить, я думаю, прям сделать отдельную страничку, посвященную этой программе, и то есть какими правилами мы руководствуемся, куда мы идем,
потому что там, например, есть ограничения по людям, то есть я не всех людей тоже туда принимаю, не всех профессий. И это открытая информация, ну и как бы, ну, видимо, ее нужно сделать еще более открытой. А, вот. Поэтому спасибо тебе большое. Вот можно еще вам... эту марку? Ты вот сейчас важную тему зацепила, и я тебе, я тогда тебе ее скажу. Вот мне кажется, что все мы интуитивно хотим играть по справедливым правилам. И человек, когда он заходит куда-либо, первое, что он пытается понять, а какие здесь правила игры? То есть, что делать, как, кто, с кем, как, каким образом? Какие правила игры? А дальше, если он видит, что правила справедливые, честные, справедливые, понятные, он с увлечением в нее играет, если находит свою роль. Находит свою роль, находит свое место. И вот задачка тесака, то, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся не просто придумать правила, справедливые правила, а мы ставим целью взаимодействия – это придумать справедливые правила. И очень важно, чтобы всегда были правила по изменению правил. Вот если есть правила по изменению правил, и они сбалансированы, то тогда вот таким образом и запускается самоорганизация. Вот для меня самоорганизация – это когда есть правила и есть правила по изменению правил. И людям понятно, изначально понятно, каковы правила игры. И они заходят, понимают, ага, мне для того, чтобы так-так-так, я должен делать вот это дело, делаю вот это, если вот так, ага, я делаю вот так, потом я хочу поменять правила, и он понимает, что ему надо сделать, чтобы поменять правила. И вот если мы сможем запустить этот механизм, то, собственно говоря, вот это... то это беспроигрышная игра, в конце которой выигрывают все. То есть мы русские особенно, очень тонко чувствуем несправедливость. Если у американцев главное слово «свобода», то у нас это слово «справедливость». И вот если мы видим, что правила игры справедливы, тогда мы и берем ответственность, и видим, и готовы участвовать в изменениях, готовы жертвовать, готовы приносить себя в жертву ради дела, если мы видим, что то, что происходит вокруг меня, это справедливые правила. И это, ну, и это интересно. Именно это же на самом деле интересно. Вот. Ты сказала просто про правила, и я добавляю тебе вот такую вот важную штуку. Знаешь, я зафиксировала себе правила без звездочки. Знаешь, когда в договорах есть звездочка, да, потом мелкий почерк. Да. Без правила без звездочки и мелкого почерка я себе зафиксировала. Да. Спасибо тебе большое. Нет. А, Владимира, у тебя есть что? С чем ты делаешь? Нет, так, прямо так сходу нет, пожалуй, каких-то нет так хорошо сформулированных и готовых мыслей, какие есть у Дениса. Мне очень понравилось все, что говорил Денис. Денис, большое спасибо. Я просто представлял себе какие-то ситуации. Изначально вопрос у меня возникло такое ощущение, например, доверие и изменения, доверие и как и уменьшение страха к новому. Вот, например, слово «страх». Мне это слово такое, само по себе слово не очень понятное, потому как, то есть это такой термин, который может означать очень разные вещи, и нужно на самом деле вникать, что же там происходит за этим словом «страх» в конкретной ситуации. Но вот я представляю себе, если говорить про сопротивление новому и доверие, я представляю себе две ситуации. С одной стороны, к примеру, внешний консультант приходит в компанию и
кто-то в компании, может быть, готов к результатам анализа консультанта и каким-то изменениям, предлагаемым консультантам, кто-то в компании, может быть, не готов. И типично бывает такое, что руководство, кто-то в руководстве говорит, а вот давайте мы вот это сделаем, а тут вся компания говорит разом «нет» или не говорит, но каким-то образом саботирует усилия. Либо в сообществах, опять же, появляется какая-то маленькая, нельзя даже сказать сила, но некая маленькая, допустим, группа людей, небольшая, которая говорит, ну вот что-то вот надо менять, иначе вот мы все на этой планете сгорим, или мы все на этой планете замерзнем, или утонем, или еще что-нибудь. А все остальные говорят, ну или большая часть разом говорит нет, потому что вот потому. И если говорить о сопротивлении новому, то тут часто не столько вообще что-то, страх или что-то подобное страху, сколько, какое замечательное существо. Не столько это страх, сколько разные интересы. Вот если представить себе человеческое общество как такую нейронную сеть, или ну, просто сеть, без слова нейронная, если представить себе как сеть, то и плюс это многомерная, многоуровневая сеть, я не знаю, я, может быть, попробую однажды это визуализировать для простоты объяснения. Но есть много слоев. Есть слоев, каждая ценность — это какой-то слой, каждый какой-то тип взаимодействия между людьми — это какой-то новый слой. И вот, грубо говоря, человек, находясь в этой точке пространства, в этой сети, на него действует много-много сил. И он находится под влиянием этих сил. И в основном это все взаимоотношения с людьми. И также то, что называется награды, rewards, награды и не наказания, но риски. То есть то, что человек потеряет, и то, что человек получает, и то, что человек теряет. Вот эти вещи. И, соответственно, человек находится... Человеку приходится управлять бессознательно. В основном люди это делают, но люди так или иначе как-то управляют вот этими рисками и вознаграждениями, которые они получают в этих сетях. И нужно, с одной стороны, ну, то есть нужно вникать в эти процессы, где у человека есть такие зависимости в этой сети, которые препятствуют ему вообще принять. Не то, что нет никакого страха, то есть, точнее, страх есть, но страх потери чего-то ценного, что есть, не нового. Нет, это новое, понятно, что вот оно же собой представляет, это угроза моим отношениям там с кем-то, угроза моему доходу, например. Одна из вещей, это что, например, я понял в какой-то момент, что трудно, даже невозможно человеку понять что-то от непонимания, чего зависит его доход. То есть если человек зарабатывает благодаря тому, что он что-то не понимает, то он никогда это и не поймет. То есть, если понимание, если человек как бы примет, например, какой-то факт, и ему придется в соответствии с этим пониманием изменить свое поведение, а если он изменит свое поведение, он потеряет доход, он никогда не примет, и он никогда не захочет понять, и он никогда не поймет, если что-то где-то не перевесит. И вот нужно понимать, учитывать все эти факторы, и как на уровне отдельных людей, так и на уровне целых компаний, так и на уровне целых обществ. Нужно понимать, какие есть факторы, анализировать и давать людям понимание того,
то есть совершенно честное понимание того, если это возможно, что люди, во-первых, либо не потеряют, либо у них будет какой-то другой путь, что они сохранят свое благосостояние, благополучие, к примеру. Но в больших системах, больших, если говорить об обществе, и, например, такой проблеме, о проблемах, как изменение климата, то это колоссально сложная проблема, многофакторная, где очень много зависимостей, и нужно работать с людьми и группами людей практически индивидуально, и там еще подмешивается, вот как, например, Денис сказал, что он считает или верит, что интуитивно мы все стремимся к справедливости, а вот тут, например, по моим наблюдениям, я бы не согласился, потому что какие-то люди интуитивно совершенно приходят в какое-то место, и абсолютно интуитивно они ищут, ага, они видят правила, они сразу ищут. Так, как можно это использовать, чтобы получить выгоды себе больше, чем другим? И эти люди делают это совершенно интуитивно. И, например, лично я для себя сделал выбор, ну, не работать, к примеру, с такими людьми, но как я работаю с организациями, где ну, таких людей просто нет. Если я вижу в какой-то организации хотя бы одного такого человека, я уже практически маловероятно, что я буду с ними работать. А как это делать в обществах, в обществе, где такого выбора нет? Вот я не знаю, например, сейчас у меня нет каких-то хороших соображений на эту тему. В общем, так сходу я могу вот что-то такое сказать. Спасибо. Спасибо тебе большое. И я с тобой очень здесь согласна. Это вот я затронула, например, в начале, что, например, да, я сейчас начала проводить вот эти социальные хакатоны по построению, по изучению экосистем в России по построению. И я вот, это, наверное, такая болезненная для меня тема тоже, потому что у меня были подобные уже случаи, когда ко мне на мероприятия, но так как я работаю уже с международным институтом и с международными командами, то ко мне на мероприятия, особенно, знаешь, которые стоят очень дешево, которые я провожу для распространения теории Ю, вот этих, так как представитель института, который там входит 1000-2000 рублей, ну, то есть вообще ни о чем. Приходят люди не совсем с теми целями, про которые мероприятие. Ну, то есть мероприятие про изучение там экосистем, либо еще чего-то. А люди, например, приходят для того, чтобы... Ну, они же не хотят такие деньги, как я, тратить, чтобы ездить за рубеж учиться. И они приходят посмотреть на меня, чтобы взять в свою практику инструменты. То есть, когда прописаны все с моей стороны правила четкие, то, например, работаем по мероприятию по изучению экосистем в России. А люди приходят не по правилам. Да, 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 мы, конечно, про это, а потом, ну, это очень легко выявляется в процессе, и вот ты говоришь, ну, то есть, а как вот с этими, ну, с людьми работать там, где у тебя нет возможности отсечь. Вот я сейчас взяла меру, наверное, она не очень горизонтальная и не очень бирюзовая, но я, во-первых, поставила достаточно очень высокую цену для граждан определенной профессии, вот, которые вот пользуюсь, вот, хотят попользоваться мной не в тех целях, которым я готова им дать пользоваться мной. И плюс я поставила входной порог как собеседование. Но, опять же, сейчас у меня, ну, то есть это у меня группы по 30 человек, где я могу, но сейчас вот у меня на последнее мероприятие у меня пришло порядка 200 заявок. Я 200, но я отсмотрела. Но это очень много. И это очень съело много моего времени. А когда ты входишь в корпорацию, в которой 22 тысячи человек, и ты туда входишь как консультант. Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Я согласна вот с Владимиром, я очень хочу
верить в то, что говорит Денис, и тоже стараюсь работать так, что я даю максимально прозрачные правила, а вы либо принимаете, либо нет. Ну и, соответственно, я, соответственно, куда вхожу, тоже прошу объяснить мне правила, чтобы за мной был выбор, я принимаю либо нет. Но по факту, опять же, я вижу, что люди приходят номинально, соглашаясь с этими правилами, и, возможно, они даже в этот момент будут с ними согласны. Но потом они идут по своей прокатанной дорожке, а где я могу себе сделать лучше? И их не очень волнует вот то эко-сообщество, та эко-система, которая вокруг них. И начинают прогибать свои интересы. И вот здесь пока вопрос для меня открытый. То есть единственное, что вот я с тобой очень согласна, Владимир, что, ну, то, что я делаю. Пока у меня есть возможность, пока я могу своим временем и своим вниманием охватывать тех людей, с которыми я работаю непосредственно, чтобы с каждым разговаривать. Но я прям вот уже в этом году, вот сейчас я уперлась в то, что я понимаю, что я уже начинаю жертвовать личным временем, чтобы больше, то есть я кусок от личного времени начинаю отъедать, чтобы посвятить его рабочему, ну, то есть вот таким общением. И это меня точно тенденция не устраивает. И поэтому я подняла этот вопрос, соответственно, у нас в группе, чтобы, ну, а как? А у кого какой опыт? То есть, и в принципе, я слушаю вас, я сейчас вижу, что да, есть какие-то технологические моменты, которыми можно, ну, как минимум, так, общую какую-то массу хотя бы, да, просеять. Что, ребят, мы тут играем по таким правилам, если они уже изначально вам не подходят, ну, давайте даже не будем, ну, пробовать, да. А дальше уже, ну, пока ничего лучше и, так скажем, точнее, чем такое общение личностное, я тоже пока не знаю. Это в любом случае основа. Это основа, все остальное, все технологии, они помогают этому общению быть наиболее эффективным и продуктивным. Подготавливают его, предваряют. А вот смотри, по поводу правил, я тебе хочу сказать, есть наиважнейшая вещь, связанная с правилами, она называется ДВС, договоренность взаимовыгодного сотрудничества. Это вообще основа вот, технологии самоорганизации команд ТИСАК. В чем ее смысл? Смысл ее заключается в том, что если мы действительно хотим взаимовыгодно сотрудничать, действительно взаимовыгодно, если мы понимаем, что только тогда, когда тебе, Настя, полностью хорошо, со мной, а мне полностью хорошо с тобой, только при вот таких условиях все, что мы не делаем, будет полезно и взаимовыгодно. И если вдруг, если мы это понимаем и с этим соглашаемся, и если вдруг по каким-то причинам, неважно, внешним или внутренним, происходит нарушение этого баланса, по каким-то причинам тебе становится неинтересно быть со мной и взаимодействовать дальше. И вот если мы понимаем это, если мы понимаем, что если мы попали даже в ловушку отношений, при которых мы отношения продолжаем, но тебе со мной неинтересно по каким-то причинам, то все дальнейшее, что мы с тобой будем делать, не принесет пользы ни тебе, ни мне. Силою этого понимания мы можем договориться договоренностью ДВС, договоренность взаимовыгодного сотрудничества, ограниченной во времени. То есть мы с тобой изначально, первое, о чем мы с тобой договариваемся, мы договариваемся о том, что все, о чем мы с тобой договоримся, завершится через определенный срок. Через день, через неделю, через месяц, через год. И в этот момент, когда наши договоренности полностью завершатся, у нас с тобой будет выбор. Выбор заключить новую договоренность на следующий срок. Но у тебя и у меня нету никаких обязательств. Никаких. Мы так изначально с тобой договариваемся. Изначально. Еще перед тем, как мы начали с тобой взаимодействовать. Если мы так с тобой договорились, и по каким-то причинам, допустим, на неделю, через неделю, ты не продляешь договоренность, то я понимаю, значит, по каким-то причинам, неважным, внутренним или внешним, мы просто не подошли друг к другу. Может быть, в этом деле, может быть, в этом вопросе, может быть, на данной стадии нашего развития.
мы не подошли друг к другу, потому что мы не попали в ситуацию, когда мне хочется взаимодействовать с тобой, а тебе хочется взаимодействовать со мной. Потому что если это так, то мы просто продляем, передоговариваясь, с учетом того опыта, который мы получили. В этом смысле, вот про правила, про которые я говорил, и про ту выгоду, которую ты говорила, как раз вот такая договоренность изначально позволяет нам спокойно расстаться, протестировать тот потенциал, который может быть в нашем взаимодействии, и спокойно расстаться, убедившись в том, что сейчас еще время не наступило. И в этом смысле, вот обратите внимание, как у нас организован тесак, трек-тесак. У нас есть правила, и каждый входящий человек читает эти правила. У нас нету обязательств, каждый человек возлагает ответственность сам на себя, соглашаясь с нашими правилами. И если он с ними не согласен, я предлагаю ему покинуть наш трек. И в этих правилах условие ДВС, оно чуть-чуть трансформировано относительно того, что если человек пришел к нам в наш трек ТИСАК, в наш чат и начинает продавливать свою игру, не следуя правилам игры, которые здесь уже есть. В правилах игры изначально написано, что мы его удаляем. И эта часть, то есть я что хочу сказать этим? Я хочу сказать, что технологии самоорганизации, это они не означают голубое-голубое, розовое-розовое, люблю-люблю, чмоки-чмоки. Нет. Это пространство, в котором мы развиваемся, и иногда нам больно и тяжело, но мы понимаем, мы выбрали это пространство, мы осознанно туда сами зашли, мы взяли на себя ответственность, и у нас всегда есть право выхода, всегда, в любую секунду. Причем право выхода – это святое право человека выйти из тех обязательств, которые он взял на себя, при условии ненарушения выхода. Ну, я имею в виду, что если человек взял на себя обязательство, пообещав, а потом его просто скинул, нехорошо. Я о другом. Я о том, что если он взял на себя обязательство и потом понял, что это не то, он говорит, окей, ребята, я хочу выйти, как, что я могу сделать, чтобы передать взятые на меня обязательства корректно тем людям в ту... Чтобы минимизировать урон. Да, нормально. То есть мы все зашли в ответственности, что возможны изменения. У меня ситуация поменялась, и это нормально. Я понял, я попробовал и понял, что это не мое. Я пообещал сделать вот это. В дальнейшем я этого делать не буду. Что я могу сделать, чтобы сейчас это передать и завершить свои обязательства? Ну, то есть выйти корректно. Uh-huh. Вот при таких условиях, если там возвращаясь к теме правил, при таких условиях то, что будет происходить внутри, автоматически будет вести к хорошему результату для всех участников. Ну что ж, друзья, у нас... Да, у нас заканчивается время. Мы так уютно сегодня, мне кажется, пообщались. Спасибо вам большое, что побыли сегодня со мной и поотвечали. Что было ценного вам? Что было ценного? Что было ценного, что поменять в следующий раз? Вот для меня было ценное, наверное, услышать, что интуитивно двигаемся, но так как мы, ну, если мы в данном треке, то мы видим, у нас какие-то ценности сильно схожие, и что двигаюсь в каком-то общем направлении, да, если мы говорим о страхах, если мы говорим о новизне, и этот вопрос актуален, то есть, ну, не одна я с этим сталкиваюсь. И для меня это важно, действительно, получать обратную связь от коллег по цеху, открытую обратную связь. И для меня было ценно вот услышать от тебя, Денис, про структурность, я это так назову, то есть то, к чему я буквально вот вчера пришла, и ты мне сегодня это подсветил. И от Владимира тоже мне очень было важно услышать, что я прям себе записала фразу очень простую, но что люди не боятся нового, они боятся потерять старое.
И вот, а притом я себе отметила, что ведь, а зачастую, когда мы идем в новое, ведь что-то старое точно отмирает. И я с этим вот еще поиграюсь. То есть, как это дать, показать людям, что отмирание старого, ну, то есть, это природный процесс. То есть, ты можешь его бояться, можешь не бояться. То есть, ты можешь его бояться, но вопрос, что ты дальше делаешь. То есть ты уходишь в этот страх или ты что-то с этим делаешь? Вот. И вот я еще поживу с этим, то есть как показать, что отмирание старого — это тоже окей. Супер. Спасибо, Володя. Что было ценного для тебя? Что поменять в следующий раз? А мне ценное сам факт существования этого трека. Мне нравится, что я вот подписался и по мере возможности участвую, и это есть в моей жизни, и это дает кусочек того, что мне нужно, и помогает мое мышление где-то так настраивать на тот лад, который мне нравится. Менять пока ничего не могу предложить. Все хорошо, продолжай в том же духе, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Друзья, спасибо, да, я хочу из ценного присоединиться как раз вот к Володе. Очень интересная мысль, простая и действительно глубокая, что люди не боятся нового, они боятся потерять старое. И я прям, ну, то есть еще раз, я тоже беру и кладу себе это в сердце, покурю это внутри. И, Настя, большое спасибо тебе за сегодняшнюю тему, большое спасибо за возможность сказать свои мысли и поделиться. Ну что ж, друзья, на этом сегодняшний трек завершен. Цель трека – переопылиться опытом. Я думаю, что мы сегодня именно это и сделали. Большое вам спасибо и до встречи через неделю. Спасибо большое. Пока, до встречи. Спасибо. Пока.